Окружать себя стильными вещицами – наша маленькая дамская слабость. А кто поспорит, что восточные настольные игры – это стильно? Например, такие традиционные китайские шахматы украсят будуарный столик любой современной леди. А сам процесс игры в приятной компании поможет восстановить душевное равновесие и развить сосредоточенность. Игра в шахматы очень красива сама по себе. А играть шахматами, которые вырезаны вручную шанхайскими мастерами, это вдвойне приятно. И потом женщина, которая умеет играть в шахматы, вызывает невольное восхищение и уважение окружающих мужчин. Маджонг – игра, чем-то похожая на домино наоборот. Согласно легенде, более 1000 лет назад ее изобрел один китайский рыбак. Теперь это яркая и занимательная азартная игра популярна во многих странах мира. Ее правила не так-то просты, но тем интереснее будет их освоить. Каллах – игра для двоих. Это одна из самых древних игр. Древнее даже шахмат и маджонга. Ее еще называют «игрой королей». А шашки го, пожалуй, одна из самых известных игр Востока. К тому же это отличный способ релаксации. Приобретая наши сувениры и игры, вы не только можете скрасить досуг, собрать вместе друзей, знакомых, родных, а также это может стать достойным предметом вашего интерьера, внести в ваш интерьер изюминку Востока. Традиционные восточные игры можно найти в дизайн-студии «Город Этно». И если вы научитесь в них играть, однажды всех окружающих, несомненно, удивит ваша изысканность и настоящая восточная сдержанность.